Шалом, дальним и ближним. Я приветствую вас на этой конференции «Один совет мудрого раввина» в 2020 году, который достаточно нас потрусил. Темой конференции является близость отношений с Богом. И рассматривать мы ее будем на модели отношений Бога с Израилем. Нам всем нужны модели, каждому человеку нужен пример для подражания. Нам нужно что-то видеть. Есть такая шутка, такая уже пословица, я бы сказала, ее очень многие повторяют. Она звучит так: не учите ваших детей, это бесполезно, они все равно будут подражать вам. Итак, нам нужно на что-то посмотреть, с чего-то взять пример. Вы знаете, Библия — книга, переполненная примерами. Я бы сказала, в ней очень много иллюстраций и моделей на любой лад. Это истории Гибарим, героев, это какие-то цитаты, которые мы цитируем уже как поговорки. Это молитвы праотцов, которые мы используем в наших молитвах сегодня. Это все пример для нас. Также иллюстрации возникают в нашем разуме, когда мы читаем священные тексты. Эти иллюстрации часто пророческие. И мы многое видим и понимаем, читая эту священную книгу. Знаете, лучше один раз увидеть, чем 100 услышать. Наверняка все, по крайней мере, русскоязычные, все знают эту пословицу. Но если привести пример, то я выбрала такой. Мать, ожидающая ребенка, много месяцев представляет в своем воображении, каким же он будет. Она думает, какие у него будут глаза, на кого он будет похож, какие у него будут волосы. Она уже думает, как она устроит его колыбельную, кроватку. И вот когда он рождается, она берет его в руки, смотрит на него и говорит: так вот ты какой или какая на самом деле. Когда глаза видят то, о чем ты долго представлял, это становится как совершенное знание. И то, о чем я собираюсь говорить сегодня, оно должно нам продемонстрировать, как бы тоже показать модель, если хотите, в нашем воображении совершить что-то вроде наглядного пособия, которое будет нам иллюстрировать отношение Бога и с нами. Но хочу я это рассмотреть на примере отношений Бога с его народом. И моя тема, она звучит так: Израиль – это пример близких отношений с Богом. Поэтому, готовясь к этому эфиру, я искала как текст, и для меня он должен был быть, по моему мнению, должен был быть очень ярким для того, чтобы, обратившись к нему, мы могли увидеть, как мы говорим, сердце Бога или его чувства. И вот почему для нас это важно. Понимая мотивы Божьих решений, Божьих действий, поняв его, простертую руку к Израилю, мы можем понимать его отношение к себе. Если человек не понимает Бога, конечно же, относительно, знание Бога, оно относительное, но я скажу, не понимает Бога так, как бы он хотел, чтобы мы знали его, то он испытывает к нему боязнь. Потому что, например, видит в нем судью карающего. Судью, который всегда наказывает по своей справедливости, ведь Бог справедлив. И когда мы так смотрим на Бога, то наши отношения, они желают быть лучшими. Потому что боящийся человек, он защищается, у него включаются такие защитные механизмы, и он не приближается к Богу, он защищает дистанцию, которая ему кажется, создает, ну, мнимую, конечно же, безопасность, потому что, отдалившись от Бога, отдаляясь от Бога, мы не можем быть в безопасности на самом деле. И я верю, что в моем поиске текстов Господь мне указал книгу пророка Осии. И перед тем, как мы в нее заглянем, я прошу, давайте совершим молитву. Дорогой Бог, во имя Иешуа, нашего Мессии, благослови нас своим присутствием сейчас. Говори к нам, Господи, и пусть мы услышим, что ты хочешь сказать нам через свое слово.
Я прошу, Боже, дай нам увидеть Твое сердце, но не только. Прошу, чтобы мы также могли иметь Твое сердце по отношению ко всему, что Тебе дорого. Благословенно имя Твое, наш Бог. Благословен Израиль, народ Божий. Во имя Иешуа. Амен. Итак, перед тем, как посмотреть, что написано в этой книге, я хотела бы сделать такой небольшой обзор, сказав несколько слов о самом пророке и о временах, когда было дано это пророчество. Книга Осии, сына Берии, несшего пророчество в Северном царстве. И он был последним пророком Северного царства, и его пророчества, они, конечно же, в основном были направлены на север, но также они имеют отношение ко всему Израилю, и он, как и его, например, старший современник Амос, несли достаточно суровое обличение народу Божьему. Амос, который был предшественником Осии, он несколько отличался в своем послании. Я бы даже сказала, что то, как вначале Бог говорил к Израилю через Амоса, оно имело словно еще незаконченное послание. Амос, он приносил высокие стандарты от Бога. Господь через пророка Амоса, например, что мы узнаем в книге Амоса? Мы узнаем, что выполнение праведности Божией, оно является неотъемлемой частью от поклонения. То есть праведность не может быть отдельной от поклонения Яхве. Это тождественные вещи. Очень высокие стандарты, очень высокие ожидания Бога от его народа и также суд, потому что народ не идет за Богом, не живет относительно завета. Осия, не снижая требований, как бы не нигилируя то, что было сказано Богом через Амоса, он дополняет еще одним откровением. Еще одним откровением, говорящим что-то о Боге. Его называют проповедником или провозвестником милосердной Божьей любви, хесед. Иосия, он начинает говорить не только о суде, он начинает говорить о хесед, о милосердной любви Божьей. И пророчества Осии, они были востребованы. О них уже знали еще при жизни или, по крайней мере, сразу после кончины его. И они хорошо были известны как в северной части, так и на юге Израиля. Те проповедники и пророки, которые говорили Божью весть до Осии, они провозглашали грозный, праведный суд Божий на все, что является грехом. Они напоминали о потопе, который уничтожил растлевающуюся цивилизацию. Они вспоминали о сожжении Содома и Гоморры. Они напоминали, что Бог, Он страшен, тот, который пожирает языческие народы. И также говорили, что он не пощадит народа Божьего, потому что тот нарушает закон и, соответственно, отступивший от закона должен быть наказан. Но знаете, что было бы печально? Печально было бы, если бы на этом пророчества закончились. Если бы все, что мы узнали от Бога через них, это то, что суд – это последняя новость. Или последняя точка в Божьем откровении. Тогда бы человеку было жить совершенно невыносимо. Он был бы раздавлен, уничтожен под грузом собственной вины и безнадежности. Ведь мы осознаем свою греховность. Жизнь сделалась бы очень мрачной и невыносимой в конечном итоге для него. Поэтому весть, которую приносит Бог через пророка Осии, она дает надежду. Надежду, которая рождает желание жить, продолжать жить. Я немного скажу об исторической обстановке. Иногда, знаете ли, контекст, исторический контекст нам
свет проливает на многое. Смотрите, события, которые происходят в тот момент, это они, я укажу несколько текстов в Библии, они описаны во втором Паралипоменон, 26 глава по 32 главу, 4 царств, 14 глава, 2 Паралипоменон, также 2 глава. Мы узнаем, что служение Осии, оно началось тогда, когда Израиль, состояние Израиля шло вниз. Осия застал процветающее царство, но то, что он видит сейчас, это, знаете, такое поражение, шаг за шагом отступление. Это завершение военных побед, это остановка в социальном процветании. Начинается разрушение, и пророк становится таким, знаете, страдающим наблюдателем или страдающим свидетелем, когда он видит, что Северное царство стало марионеткой в глазах ассирийцев. Потом он видит, что часть народа Божьего вводится в плен захватчикам. Потом он видит, что также Иудея подчинилась уже ассирийцам, Ассирии, и признала свою зависимость от нее. Это описано в 4 книге царств, 16 главе. Осия видит, как в стране восстанавливаются культы, хананские суеверия, и сирийская религия начинает приходить в сердца евреев. Он видит это, он страдает это. Я уже говорила, он помнил и видел Израиль в блестящем процветании, но сейчас он видит возмездие. Возмездие, которое начало, оно как бы вступило в действие. Я несколько слов хочу еще сказать о характере его пророчеств. Пророческую весть, как и то, что пророчествовали другие его современники, следует и обязательно, непременно следует рассматривать, знаете, на основе договора, я бы его в сегодняшнем контексте назвала брачного договора. Но на самом деле это контракт между Господом и Израилем, это завет между Господом и Израилем, который описан во Второзаконии в 28 главе. Я скажу еще раз, сегодня я назову его брачным контрактом. Ктуба. Это брачный договор в еврейской традиции. Есть ктуба, и когда есть еврейская свадьба, перед тем, как жених и невеста приходят под хупу, создается этот брачный договор, брачный контракт. Итак, Израиль подписывается, говоря «аминь, аминь», подписывается под этим документом, который говорит о том, что если Израиль будет выполнять свою часть договора, что, какую часть договора? Любить Господа, служить Ему, не поклоняться чужим богам и так далее. Ну, в общем, хранить верность Господу, поклоняясь лишь Ему одному, выполняя Его все постановления, то тогда послушание, оно принесло бы благословение. Но в случае, если народ не выполняет свою часть, непременно, обязательно придут наказания. Грех неизменно наказывается. И вот мы знаем о существовании, как я уже сказала, такого брачного контракта, в котором Бог выступает с супругом, а Израиль, несмотря на то, что это имя мужского рода, мы видим, что выступает народ в женском роде. Она, жена, супруга. Итак, есть он, и есть она, его супруга, и есть ктуба, этот брачный договор. Если пророческую весть Осии выразить в словах, то их будет не два слова «грех» и «наказание», а будет три очень важных слова «грех», «наказание» и «милость» или «помилование». В сущности, Осией вводится представление о том, что у Божьего наказания, которое связано с помилованием также, с судом, который также милует в конечном итоге, как бы представление о исцелении в конечном итоге, и потому и наказание целесообразно, что оно важно,
что оно необходимо для народа, чтобы в конечном итоге он получил восстановление. Давайте же перейдем к самой книге, чтобы не говорить все время о ней. Здесь, в этой книге, невероятный, беспрецедентный случай. Таких не было больше. Господь повелевает пророку. Это первая глава. Она начинается с того, что сыну Осии, сыну Биерии, Господь говорит взять в жены падшую женщину. Пророк должен жениться на падшей женщине, на блуднице. Еще из другого народа, по всей вероятности. И он женился на Гомере, дочери Дивлаима. Но это еще не все. Пристегните ремни. Он говорит, чтобы он не только женился на блуднице, но еще и принял ее детей блуда. Каких детей? От кого эти дети? Это вопрос. Мы знаем, что это дети блуда. Это не дети Осии. И так он женится на женщине. Она говорит ему «да», соглашаясь вступить в эти брачные отношения. И в этом браке она начинает рождать детей, которые какие? Дети блуда. Мы не знаем, от кого они. И первому своему ребенку в этом странном браке, который вызывает совершенно много вопросов, и самый главный вопрос, зачем Богу нужно это было, рождается Израиль, и имя это пророческое. В этом имени скрывается намек на то, что будет происходить с Божьим народом впоследствии. И действительно, ассирийская армия сокрушит Израиль в долине Израиля. А Израиль – это имя, которое означает «Бог рассеет» или «рассыплет». И вот в этой долине Израиль происходит сокрушение Израиля. Потом рождается второй ребенок. Ее имя Лорухама. И это имя переводится как «отвергнутая» или «непомилованная», «нелюбимая». Девочке дает такое имя. И в этом имени указание на то, что милость Всевышнего прекратит покрывать Израиль. И в результате от того, что милость отойдет от Израиля, в результате этого евреи будут уведены в плен. Хотя Иуда будет спасен от захватчиков. И давайте я прочитаю сам текст. «Но я помилую дом Иуды и спасу их Господом Богом, а не буду спасать луком, мечом и войною, и конями, и всадниками». Осия 1:7. Скорее всего, еще в этой части Иудеи не все так плохо было, как на севере в Израиле. Но рождается третий ребенок. И третьему ребенку дается имя Ло-Ами, что означает «не мой народ». И рожденный сын не признается как сын Осии. Точно так же, как и Бог не признает свой народ. Написано: «И сказал он, нареки ему имя Ло-Ами, не мой народ, потому что вы не мой народ, а я не буду Богом вам». Осии 1:9. Зачем Богу нужно это было? Ведь никаких других пророков он не вынуждал делать такие вещи. И когда мы смотрим на эту историю, она нам кажется какой-то черной и мрачной. Но я хочу позволить себе предложить вам кое-что. Осия выбрал себе женщину. Господь сказал ему: возьми себе блудную женщину. И пророчествовал ей, что ему придется принять ее блудных детей. Бог дает ему словно как разрешометр выйти за пределы привычного. И знаете, что я позволю себе предположить, что Осия любила эту женщину. Она не была нелюбима им. Он пришел и взял ее в жены, и она сказала ему «да», и они заключили брачный союз. Он знал о том, какая она. И он, о чем предупредил его Господь заранее, принимал этих детей, которые были, скорее всего, не от него. Знаете, ДНК-тест нельзя было сделать. Точно что мы знаем об этой женщине, она была неверной. И она приносила Оси очень много боли. И вот отношение
к Осии, к этой своей неверной супруге, оно очень глубоко символично, оно яркую иллюстрацию нам с вами показывает о чем? Об отношении Бога к своей жене, к своему израильскому народу. Ведь он муж, помните, который заключил брачный договор со своей женой, которая есть народ израильский, который постоянно изменяет ему. Пророку было дано пережить чувство предательства, трагедию неразделенной любви, мучения, которые были связаны с постоянным недоверием, с чувством отвержения. Бог позволил его душе прикоснуться к вот этой тяжело выразимой тайне Божьей любви, неразделенной Божьей любви, вот этого Божьего страдания из-за предательства любимой. Позволю себе отклониться от книги и расскажу вам историю. Она мне вспомнилась, когда я готовилась к сегодняшнему эфиру. Ко мне пришла однажды женщина с очень такой драматичной историей, запутанной, знаете ли, как всегда, такой прямо сложной, неразрешаемой, и ей нужна была поддержка, молитвенная поддержка. Она просила меня помолиться об ее истории, и она просила, чтобы наконец-то Бог ответил ей и наступил в ее день, в ее жизни день радости. Что же было этим днем радости? Днем радости она считала день развода ее возлюбленного мужчины с супругой, законной супругой. И она считала эту женщину очень порочной и плохой женщиной. Та жена, с которой следовало бы, как она считала, развестись этому человеку, она была недостойна, она изменяла ему, она не так готовила, и вообще она была не та, которая должна быть с ним. Это был очень длинный рассказ, и самое сложное было во всем этом, что убеждение и вера в то, что действительно так обстоят дела, они были уже не, знаете, не колеблющимися. Изменить это было невозможно. Эта женщина говорила: Бог есть любовь. Он же дал нам эту любовь. Неужели она может быть не от Бога? Вся та их история этого мужа и жены – это ошибка. И он скоро поймет, Бог даст ему силы разорвать с этой негодной женщиной. Она ненавидела эту законную супругу. И в своих грезах она мечтала занять ее место, ведь себя она считала более достойным. Она мечтала о том дне, когда же все это произойдет, и они избавятся от этой женщины, этой законной пока еще супруги. И, конечно же, ну, я не молилась об этом. И моя попытка очень аккуратно развеять эти мечты, она закончилась протестом. Я бы сказала, даже угрозами, типа, вы никто, меня не понимаете, и Бог вам всем покажет, ну, что-то в этом роде. Но вот что произошло с этой историей дальше. Этот мужчина, он свернул бизнес, он свернул все свои вещи и вещи всей своей семьи, упаковал их и перевез всю свою семью в другой город. Вот для чего он это сделал. Он поменял место жительства для того, чтобы помочь разорвать своей жене вот эти связи, которые у нее были в прелюбодеянии, и также разорвать свои такие же связи. Он сделал это для того, чтобы вернуться к тем отношениям изначальным завета, любви, которые были у этой пары. Он сделал это для того, чтобы вернуть все к доброму и чистому началу. Это, вы знаете, высокий подвиг. Это высокий поступок, который говорит о том, что есть настоящая любовь. Вспоминая об этой истории, или вот почему я вспомнила эту историю, когда я готовилась к сегодняшнему эфиру, а я всегда так делаю, я читаю статьи на эти темы, слушаю, что говорят доктора богословия, что говорят простые люди на форумах. Я смотрю, как бы я исследую снова и снова обстановку. Не потому, что я с ней не знакома, но как бы освежаю, что ли, свой взгляд.
И читая много размышлений на книгу Оси, мне показалось, что когда читают эту книгу, то в основном люди читают о ней как книга про суд над негодяйкой и вот этой вот непонятной, грязной, нечистой женщиной. Но мне хотелось бы, чтобы мы, рассматривая эту книгу, увидели в ней мужа, которым представляет себя Господь. Он показывает на человеческом уровне свою боль о предательстве, свои страдания по отношению к неверной супруге, к неверному народу. И знаешь, иногда, что я хочу сказать, к неверному мне или тебе. И вот то главное, наверное, послание, которое я очень хочу передать от сердца к сердцу. Бог остается верным своему завету. Его чувства, его решение идти вместе с тобой, оно не может быть ничем отменено. Это невероятно. Это невозможно понять человеку, потому что мы не верны по своей природе и часто мстливы и желаем наказания. И иногда мы хотим вложить свой гнев, свое неисцеленное чувство, иногда мести мы хотим как бы вложить в Божий суд, и мы извращаем на самом деле сердце Бога. Мы не понимаем, что есть его вот эта исцеляющая милость. Смотрите, что после всего, что натворил Израиль. Вообще, на самом деле, пророческие книги очень часто страшно и грустно читать. После всего, что натворил Израиль, смотрите, что говорит Бог. Осия 2 глава, 15 стих. «Я взыщу с нее». Я взыщу с нее. Это не то, чтобы я забыл, что она сделала, или закрою глаза и буду делать вид, что ничего не произошло. Я взыщу с нее за дни служения Балаам. Балаам – это божество языческое, наверное, вы знаете. Которым возжигала она благовоние. Она украшала себя носовым кольцом своим и ожерельями своими, и шла за любовниками своими. А меня забывала, говорит Господь. Бог показывает свое вот это ну я бы сказала, травмированное сердце, травмированное ею сердце. Она забывала меня, говорит Господь. Поэтому я принимаю ее и приведу ее в пустыню и обращусь к ее сердцу. И оттуда, из этой пустыни, я дам ей виноградники ее, а из долины Ахор, из долины скорби, врата надежды. И она начнет мне там петь, как в те дни юности своей, как в день исхода своего из земли египетской. Это, знаете, указание на первую любовь, на, как бы она начнет петь такую песню, как пела в самом начале. «Я верну то, что было». Я приведу ее в пустыню, и я верну все, что было, и я снова начну благословлять ее, и она начнет петь мне ту первую песню первой любви. И будет в тот день, говорит Господь, ты назовешь меня Иши, муж мой, и не станешь более называть меня Баали. Я уберу имена Баалов с уст ее, и не вспомнит их больше по имени их. Я заключу в тот день союз для них, сынов Израилевых, со зверями, полевыми птицами небесными, пресмыкающимися земли, и луки, меч и войну уничтожу. И на земле этой дам им жить в безопасности. Я обручу тебя навеки мне, говорит Господь. Я обручу тебя мне правдой и справедливостью, благочестием и милосердием. Я обручу тебя верностью, и познаешь ты Господа. И будет в тот день, я отзовусь, сказал Господь, отзовусь я небесам, а они отзовутся земле, а земля отзовется хлебу и вину и маслу, а они отзовутся Израилу. И засею я ее на земле для себя, и я помилую ее. Ло рухаму и ло ами, я скажу им так. Ты мой народ. А он скажет мне, ты мой Бог. Стопроцентное восстановление. Стопроцентное исцеление. Можем ли мы такое, ожидать от человека?
можем ли мы видеть вот это безусловное прощение в конечном итоге за его же счет? Ведь она ничего не сделала, чтобы он простил ее. Он сам ее возвращает, исцеляет, предоставляет перед собой измененной и другой, исцеляя ее сердце. И он все делает это за свой счет. Никаких каких-то доказательств с ее стороны. Что это? Когда в других пророках я пересчитывала суд и обличение Бога, снова он сравнивает на примере Иезекииля, 16 глава, сравнивает свой народ с женщиной прелюбодейной. Женщина прелюбодейная, вместо своего мужа принимающая чужих. Всем блудницам обыкновенно дают подарок, а ты сама от себя давала подарки всем любовникам своим и нанимала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою. То есть твое унижение до такой степени невероятно, что ты отличаешься от других женщин тем, что когда ходят к тем женщинам, им дарят подарки, а ты даришь подарки, чтобы приходили к тебе. Твое унижение не имеет границ. У тебя в блудодеяниях твоих было противоположное тому, что бывает с женщинами. Не за тобой гонялись, но ты давала подарки. И это что-то очень унизительное. И Бог не стоит на высокой горе, говоря эти пророческие слова к народу, как бы «фу, какая ты». Ты отвратительная, я не могу на тебя смотреть, до чего ты докатилась. Он говорит об этом состоянии народа, и это унижение, это то, что переживает он сам о своем народе. Он не отталкивает ее в этой грязи, он как бы говорит, это мое унижение. Ибо так говорит Господь, Яхве, это уже 59 стих этой же главы. И я должен был бы поступить с тобою, как ты поступила, ты, которая нарушает союз, пренебрегла клятвою, но я помню завет мой с тобою. То есть я мог бы поступить так, как и ты, быть неверным, но нет. Клятву нарушаешь ты, но не я. Я помню свой союз, я помню завет, который с тобой заключался в дни юности твоей, и я восстановлю его, я восставлю вечный союз с тобою. Ты вспомнишь о путях своих, и будет тебе стыдно, когда ты вспомнишь об этом. И здесь написано, что я приду с тобой разговаривать, и я принесу этот завет, я в ключе сегодняшнего такого художественной вольности своей, художественного заявления о том, что это ктуба или брачный договор. Я скажу так, Бог говорит, я приду к тебе с нашей ктубой, я приду с брачным договором, и ты будешь смотреть на нее, ты все вспомнишь, о чем мы договаривались, и тебе станет очень стыдно. Но я восставлю мой завет с тобою, и ты узнаешь, что я Яхве. 63 стих. Для того, чтобы ты помнила, ты покраснеешь, чтобы впредь нельзя было тебе, и рта отворить от стыда твоего. Когда я очищу тебя от всего, что ты натворила, говорит Яхва. Невероятное прощение, опять за свой счет. И когда мы говорим часто о суде, мы боимся этого. Когда мы говорим о Божьей справедливости, которая наказывает грех, нам страшно, потому что фактически каждого есть за что наказать. Но я, если помните, говорила вначале, что я буду делиться сегодня тем, чтобы продемонстрировать модель или наглядное пособие, с помощью которого мы можем понять, какие у нас могут быть взаимоотношения с нашим Богом. И для правильного понимания этого вопроса нужно нам иметь, знаете, правильное сердце. Правильное понимание, правильное сердце. Неправильное сердце, неправильное понимание. Так вот о чем я. Говоря о суде, не стоит свое желание судить, вкладывать как будто бы в сердце Бога. Вот это свое человеческое желание судить, человеческое желание наказания. Нам не стоит это вмещать в
чувство Бога. Потому что вот в чем проблема. Если Бог так бы судил Израиль, как многие говорят о том, что закончил он с народом своим, что прогнал народ свой, что вместо него другой народ себе выбрал, а тот словно развелся и куда-то выбросил его, и больше этого народа не существует. Теология замещения всем известная сегодня, ну если еще не всем, то многим, уже слава Богу известная, она говорит о том, что Бог отказался от своего народа и вместо своего народа евреев создал себе другой, как бы взял себе другую жену, церковь. Я даже слышала неоднократно, как берут книгу, например, «Эсфирь», и говорят, ну вот, Остинь, это Израиль, который, вот царь, он вышвырнул и взял себе Хадасу, а Хадаса это церковь. Много находят подтверждающих, каким кажется, текстов Библии, которые абсолютно не имеют ничего общего с этой ложной идеей. Ничего с этой ложной идеей. Вот почему это проблема. Если Бог раздражается и отказывается от своего обрученного им же и созданного для себя же народа, то тогда нету никакой гарантии, что он не откажется от тебя, от меня, от чего угодно и даже от церкви своей. Ведь церковь очень часто находится не в лучших временах. История церкви рассказывает об позорных периодах, про которые очень страшно вспоминать. Но вот что мы имеем. Мы имеем верность Божью, которая дает нам надежду. И эта верность, она говорит о том, что Бог в своем слове, в своей любви и в своем решении иметь тебя в своей семье неизменен. Бог творит свою справедливость, не уничтожая, а восстанавливая. Вот что следует понимать. Не уничтожая, а восстанавливая. И наказание его, оно не уничтожающее, а восстанавливающее. Ведь написано послание к евреям, кого Бог любит, того наказывает. Вот почему с этим очень сильно не хотят иметь дело, потому что думают, что наказание это убить и казнить. Нет, наказание это восстановить. Оно приносит пользу для отступившего. Что это дает нам сегодня? Еще раз, что мы к этому имеем сегодня, современные читатели? В Римлянам 11 главе 26 стихе написано: «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова, и это мой завет от меня им». То есть что такое Бог говорит «мой завет им от меня»? Это не людьми нечто написано. Никто из людей, даже если бы им очень сильно хотелось, не могут влезть в этот документ и переписать его. Это мой завет им от меня, когда сниму с них грехи. Кто снимет грехи с Израиля? Бог. В отношении к благовестию они враги ради вас, говорит язычникам апостол, а в отношении к избранию они возлюбленные Божьи ради отцов. Ибо, и вот это главное, наверное, что, на чем я хочу сделать акцент или выделить, ибо призвание и дары, они непреложны. Слово «непреложность» означает неизменность, это не меняющееся, это данность. Знаете, проблемы, их можно поменять, их можно решить. Данность, она неизменная. Когда Бог предлагает тебе вот свой завет, когда Бог говорит «вот мой завет для тебя», совершенный, вечный, про что мы сегодня можем размышлять, о чем мы можем думать? Мы можем думать, что, глядя на завет Бога с Израилем, я могу быть совершенно уверенным в его верности. Я в своей верности не могу быть уверена. Я не могу быть уверена в верности какого-то человека. Это невозможно. Но уверенным быть в верности Бога я могу. И он это показал. Никто бы не выдержал такого предательства. Он не только прощает это, но он восстанавливает это. Однажды раввин мне сказал, сначала он задал вопрос, он сказал, как ты думаешь, чем родственные связи отличаются от дружеских отношений? И мы об этом размышляли с ним, и он меня тогда научил, он сказал, говорит, понимаешь, дружба, она может начинаться и заканчиваться. В нашу жизнь приходят разные люди в разные времена.
И это зависит от наших отношений. Но вот родственные связи, они от отношений не зависят. Ты можешь иметь очень плохие отношения со своим родственником, но он не может из-за этого перестать быть твоим родственником. Точно так же, как и прекрасные отношения с другом не могут сделать его твоим родственником. Итак, родственные связи – это нечто неизменное. Это, я бы сказала, то, что мы даже не выбираем. Когда Бог делает вот эту ктубу, этот брачный договор со своим народом, фактически он становится с ним родственником. То, что неизменно больше никогда. Вот что означает его завет. Мне приносит это невероятный восторг и надежду. И я знаю, что всякий раз, когда я приду обратиться к Господу, это место не будет пустым, потому что Он не передумает. И я знаю, что даже если со мной что-то произойдет, и не дай Бог, не попусти Господь, но произойдет какое-то отступление, или я впаду во что-то, чего бы мне никогда в жизни не хотелось, я всегда буду знать, что мой Бог на том же самом месте. Он не отказался от меня, Он не откажется от меня, и Он будет всегда ждать и всячески содействовать мне к моему восстановлению. Вот чему мы можем научиться, глядя на отношение Бога к Его народу. Своей женой очень часто Он называет свой народ, и Он говорит в Иеремии 31 главе, послушайте эти теплые слова, они нежные, они исходят из любящего сердца. Я иду успокоить Израиль. Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе свое благоволение. Из-за чего? Из-за любви вечной. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израиля. Ты снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся. Снова разведешь виноградники на городах Самарии. Виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Этого будет очень много. Благословения будет очень много. В тот день, когда стражи на горе, будет такой день, когда стражи на горе Ефремовой скажут: «Вставайте, пойдем на Сион Господу Богу нашему». Это невероятная надежда, друзья. Израилю говорится: праведностью ты будешь утверждена. Ты будешь далека от горести, потому что тебе бояться нечего, и от ужаса, потому что он не будет приближаться к тебе. Вот как выглядит Божье прощение, вот как выглядит Божье восстановление. Друзья, какая обнадеживающая мысль. Обратите внимание, что эти тексты из книг Танака, это книга, которая рассказывает об отношениях еще не Вечного Завета, но об отношениях Ветхого Завета. Если этот завет, вот что нам показывает, что он гарантирует, то тем более, что мы имеем, придя в отношения с Богом в Вечном Союзе, в более совершенном. Для того, чтобы тебя и меня вернуть к себе, вернуть из места отступления, ведь мы рождаемся все по природе своей врагами Богу. Никто из нас, ни ты, ни я, ничего не сделали, чтобы заслужить Божьего внимания. Он нашел нас тогда, когда мы были отступниками, находились к Нему спиной. Мы были в смерти, Он нашел и вернул тебя к себе, заплатив за это цену. Ничего ты не делал, ты ничего и не мог бы сделать, Он все это сделал за свой счет. Теперь это сердце Божье, оно открыто не только к Израилю, оно открыто каждому человеку, который принимает Сына, который в Сыне может прийти в открытую дверь к Богу и Отцу нашему. Мне кажется, если мы поймем Божье сердце, мы не будем его бояться. Когда я рассматривала тему своего послания, я еще раз ее повторю, она звучит: Израиль,
пример отношений. И думая об этом, я подумала, наверное, точнее было бы нам сказать, что не Израиль пример близких отношений с Богом, а Бог пример близких отношений с Израилем. Потому что, глядя на Израиль, мы можем сказать только «Ойц». И честно посмотрев на свою жизнь, наверное, мы тоже скажем «Ойц». И это не вызывает и не дает абсолютно никакой надежды. Ибо нет праведного ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей. Знаешь, человек без славы Божьей, он некрасивый. Он некрасивый. Но когда Господь принимает тебя в свой царский дом, одевает тебе на руку свой перстень, давая тебе в дар царское достоинство, одевая тебя в царские одежды, приглашает за свой стол, приглашает тебя войти в радость Господина, ты понимаешь, что этого ничего не мог заслужить, можешь испытывать только большую благодарность, радость, надежду и восхищение Божьей верности. Поэтому закончу я той молитвой, которая есть у нас в книгах Нового Завета, где молится Павел о том, чтобы нам понять, что есть любовь Божья. Как бы нам с вами понять эту любовь, превосходящую понимание. Господь, во имя Ишуа, Бог наш, Отец наш, мы так часто неправильно понимаем Твои желания. Мы такие часто делаем неправильные выводы, когда читаем историю Твоих отношений с Израилем. Я прошу, дай нам из всего этого извлечь что-то важное, понять о Твоей любви, которая безусловна, понять о Твоей любви, которая вечная, как Ты сказал, любовью вечную возлюбил Тебя. И это любовь, которая не дает быть похищенным Твоему ребенку из Твоей руки. Ты сказал, не будет похищен из Твоей руки. Это такая величайшая надежда, и мы можем положиться на Твою веру, на Твою верность, на Твою любовь и быть в покое, быть в покое. Ты никогда не отвернешься от своих детей, ты никогда не забудешь своих, ты борешься за своих. Это просто удивительно. Ты сражаешься за своих. Это приносит шалом. Я Тебя благодарю, Боже. Я думаю, что каждый, кто услышал это и понял это, будет испытывать великую благодарность к Твоему открытому сердцу, каждому ребенку Божьему. Аминь.